Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Незабаром в Запоріжжі відбудеться фестиваль «Мама плюс я». І про це говоримо сьогодні з директором благодійного фонду «Мама плюс я» Наталією Сивак. Пані Наталю, вітаємо вас. Отже, «Мама плюс я». Що це за фестиваль? Это прекрасный фестиваль, это замечательный праздник для всех детей-сирот, которые проживают как в Запорожской области, так и в Днепропетровской и уже в этом году Кировоградской. Праздник в этом году стал всеукраинским праздником. Праздник очень масштабный, наверное, единственный по масштабности такой праздник для сирот Украины. Это фестиваль «Мама плюс я». Започаткували фестиваль, якщо я правий, у Дніпрі, так? Так, звичайно. Потім долучилося Запоріжжя, цього року вже Кропивницький. Вірно. Так, як росте, в чому таємниця популярності фестивалю? Ну, ніяких секретів немає, звичайно, це все диктують діти, самі сироти. 12 років назад фестиваль родився в місті Дніпр. Фестиваль мав іншу форму. Діти дивилися на праздник, були просто гостями праздника. І за 12 лет фестиваль реформировался в то, что дети сами стали активными участниками. Для них это такая интересная, настоящая, честная мотивационная площадка для их развития и для их самореализации. Потому что на фестивале процентов 60-70 детей-участников являются непосредственно активными исполнителями всех локаций. Это сцена, это веселые старты, это футбол, это выставка детских работ, где каждый ребенок, исходя из своего собственного таланта, несмотря на то, может быть, это не совсем очень высокий уровень мастерства, но тем не менее каждый ребенок, имея желание, имеет возможность на фестивале проявить, продемонстрировать, показать свой талант. За участие абсолютно каждый ребенок получает автоматический подарок. Ну а победители, у нас есть только первые места, они получают ценные подарки. Это ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, спортивный инвентарь, спортивную футбольную форму, гетры, бутсы. То есть они видят, что честно, они получают хорошую оценку своего труда, своего мастерства. И, естественно, уже с каждым годом участников таких направлений становится все больше и больше. За 11 лет фестиваля мы смогли собрать 45 тысяч детей-сирот. Из них 16 тысяч детей проявили свои таланты и свое мастерство. То ж це вже не просто концерт, що прийшли, подивилися та пішли. Це вже такі творчі спортивні змагання для дітей. Безусловно. Помимо всього прочого, кожен ребенок, якщо він дійсно талантлив в той області, яку він демонструє, серед журі наші меценати фестивалю, також є направлення зірок шоу-бізнесу, і як в спорті, так і в творчому направлінні. І деякі діти, вони далі вже мають таку путівку в життя, шефство тих чи иных меценатов, которые дальше помогают им развиваться в том направлении, которое дети демонстрируют. Это есть и футбольное направление, это и сцена. И в этом году мы впервые решили также обратить внимание на выставку детских работ. И по итогам фестивалей победителей выставки детских работ, их творчество, сделанное их руками, мы хотим делать выставки. Выставки в столице для того, чтобы обратить внимание уже более, скажем так, профессиональных и наших художников, которые, возможно, в дальнейшем захотят продвигать талантливых детей далее. Кстати, впервые в этом году, поскольку фестиваль стал всеукраинским, статус всеукраинского он получил в этом году, мы проводим как и встречу меценатов в городе Киев со всех трех городов, так и в декабре у нас состоится тоже в столице Украины. Мы пригласим победителей фестиваля детей на гала-концерт уже в Киев. Это тоже будет впервые. Вот хотим таким образом дать больше шансов и возможностей детям в развитии их талантов. А сколько детей планируете повести до Киева, до столицы? До Киева мы сейчас еще не понимаем количество, потому что мы не понимаем, сколько у нас будет победителей, поскольку фестиваль стартует из Запорожья 4 сентября, далее 10-е Кропивницкий и 17-е Днепр. И вот уже после трех фестивалей мы будем понимать количество деток. Но, тем не менее, мы четко понимаем, что к
какую-то часть победителей мы точно повезем в Киев. Это наше решение, и мы, естественно, его воплотим в жизнь. Дети фестиваля знают, что их никогда не обманывают, что все, что им обещано, им, естественно, достается целиком и полностью. Поэтому пока сложно сказать. Я могу только сказать, что в городе Запорожье на сегодняшний день и из города, и из области зарегистрировано 1500 детей, учасників фестивалю. Ну, ось учасників стає дедалі більше з кожним роком, а відповідно і потреби збільшуються, як я розумію. Звичайно. От чи вдалося закрити всі ці питання, чи потрібна допомога ще меценатів та волонтерів меценатів, цього року? Меценатів багато не буває, так як і волонтерів. Буквально сьогодні ми вели переговори о том, що нам дуже потрібна фізична допомога, нам дуже ще потрібна допомога в транспорті, тому що в день фестиваля і до фестиваля у нас працює дуже багато волонтерів. Мы приглашаем, это 100, 200, а то и 300 человек. Волонтеры нужны для того, чтобы встречать детей, для того, чтобы водить их по территории, для того, чтобы их регистрировать, выдавать гуманитарную помощь, выдавать обеды, помогать с питанием, помогать с локациями, ну, то есть и организационно, и для работы с детьми. Поэтому волонтеров много не бывает, вопрос еще, к сожалению, открыт. А что касается помощи меценатов, мы, естественно, еще закрываем список нужд, он у нас достаточно большой. На сегодняшний день это, опять же, транспорт. Именно транспортные средства нам очень нужны. Опять же, нам очень нужна помощь в гуманитарном направлении. Гуманитарная помощь – это средства гигиены, канцтовары, школьные принадлежности, естественно, обувь и вещи. Это то, что очень важно. Большую часть количества ценных призов на сегодняшний день наши меценаты закрыли, но также еще по призам у нас вопросы остались открытыми. То, что мы на сегодняшний день закрыли, огромное спасибо меценатам, это футбол. Это веселые старты и обеды. То, что мы на сегодняшний день как бы имеем. Уже 100%. Да. Все остальные направления, да, к сожалению, еще в работе. Время есть. В Запорожье живут хорошие люди. Ну, кстати, меценаты перекликаются. И Днепр, и Кропивницкий, и Киев. Они только помогают отдельно по локации своего города. Они друг с другом, так сказать, коммуницируют, обмениваются. И есть меценаты из разных городов, которые также помогают детям-сиротам разных городов. Ну, поскольку чужих детей не бывает. А девиз фестиваля «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Нет каких-то ограничений. Можно помочь репостам информации, можно помочь опять же какими-то своими возможностями, ресурсами, своей физической помощью. Вот, кстати, нам еще не хватает видео и фотооператоров на фестиваль. Мы еще продолжаем искать, поэтому если отзовутся благодейники, которые захотят снять ребенка-сироту, мы сможем сделать больше фото и больше видео и больше найти усыновителей этим детям. Ось тут питання, якщо хтось має бажання вам допомогти, так, там, будь-то це меценат або ж волонтер, куди звертатися, як вас знайти? Очень легко. Мы есть во всех социальных мережах, какие только возможны на сегодняшний день ресурсы. Есть сайт фестиваля «Мама плюс я», есть страницы в Фейсбуке, в Инстаграм, есть доступы и телефоны. На афишах есть наши телефоны 067-563-41-83 или 08-099-362-83-22. Поэтому просто можно забить фестиваль «Мама плюс я», и сразу информация появится с нашими контактами и обратной связью. Список нужд мы всегда высылаем, коммуницируем, общаемся. Работаем мы достаточно долго, практически 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. С нами можно связываться, когда к нам звонят и имеют желание оказать помощь. Мы, естественно, рады в любое время суток. А давайте нагадаем, коли та де відбудеться фестиваль у Запоріжжі? В этом году мы начинаем старт с города Запорожье. 4 сентября, Дубовый Гай. С 9 часов мы стартуем до 16 часов. Мы принимаем 1500 деток. У нас планируется 2 заезда деток. И, соответственно, нон-стопом мы их встречаем, развлекаем, выявляем таланты и делаем красивый, добрый праздник. Чи можуть взагалі запорожці прийти, долучитися до свята, подивитись, порадіти за дітей? Ну, порадіти за дітей можна всегда. Підтримати їх. Підтримати також завжди. Но праздник для деток-сирот, поэтому мы делаем для них праздник и угощение, и развлечение, чтобы
не обижались другие детки, да, как бы мы это анонсируем и афишируем. Да, безусловно, помочь может каждый человек. Если человек хочет выйти волонтером на фестиваль, он может заранее об этом нам сообщить и рассказать свои возможности. Мы решим и предложим ему вариант, где он может поработать в этот день волонтером или накануне помочь нам с упаковкой подарков, сухих пайков, обедов. Вот. Ну, а так просто прийти погулять, поразвлекаться, этот день мы посвящаем детям-сиротам, поэтому можно прийти помочь. Можно прийти помочь. Здесь ограничений нет ни в возрасте, ни мужчина-женщина, ни в своих ресурсах. Помочь, да, помощь нужна. Помощь нужна действительно и очень много, особенно если мы говорим о детях-колясочниках. Каждого ребенка нужно помочь в коляске перевести, тоже посещение туалетов и прочее, да, выдача обедов. Поэтому руки, ноги очень нужны. Поэтому и очень будем рады, если появятся помощники. Что ж, побажаємо вам успіхів. Дякую. Отже, друзі, це була Наталя Сивак, директор благодійного фонду «Мама плюс я».